14:30, Харьков. Посад. Ну, недалеко до двухэтажки, который. 6 людей проходили. Сумками бегут, тащат. Хлебушек есть, говорю? Хлебушка нет. Муки тоже нет. Стоят. Вот тут общаги вот эти вот тут. Не совсем живут наши украинцы, русские, короче, с разных стран здесь учатся. Все обслуживаем эту общагу, иногда прорываю здесь, чиним им вот, оптовое. Короче, муки и хлеба нет. Ну, сейчас дубасят крепко, из всех сторон. И там, с района Кутузовки, и с района центра дубасят. На Салтыке пока тихо. Но сообщение приходит с Киевского района. Есть уже попадание в жилые дома. Не знаю кто, не знаю как, но есть. Все, будем надеяться. Будем жить.